Так, хорошо. Это пока, а пока. Ой, а что там наверху какие-то волны, смотри. Я забил. Ой, что это такое? Что это за хрень была сейчас? Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем кататься на американских горках с оптическими иллюзиями. И да, ребята, всем привет, это наша новая рубрика, поэтому поставьте большущий палец вверх, если вам понравится. Да, ребята, давай наберем по 15 тысяч лайков и на моем видосе, и на Жекином, и тогда обещаем то, что выпустим еще одну новую серию. И да, ребята, еще не забывайте в комментариях писать ваши новые идеи для новых аттракционов, и мы с Эдисоном обязательно их реализуем. Погнали, да, погнали? Погнали. Ну давай, толкай меня, не работают твои рельсы, не работают, нифига. Да не работают. Ты назад посмотри, со своими вагонетками. Нифига себе, это что такое? Это танк, Жека, понимаешь? Видишь? Офигеть, дай прокатиться. Нет. Давай начнем с того, что, конечно, в Майнкрафте танки крутые, но я нашел игрулю, где танки еще намного лучше, чем в Майнкрафте, понимаешь? А какая, что за игра? А это уже другой разговор, короче, сейчас я тебе объясню. Тебе надоели обычные танки, стратегии, тактики, симуляторы и подобная чушь? Если тебе хочется скорости, мяса, стрельбы и убийства врагов, и что немаловажно получить от этого удовольствия, заходи и играй в Танки X! Установи на свой танк огнемет, дробовик, различные модули и покажи всем, насколько огромным может быть твой счетчик фрагов, да! Ссылочка в описании. Ну что, Эдисон, добро пожаловать на мои американские горки, да? Да, ребята, мы с Жекой построили самые большие американские горки в мире. Я для него, он для меня. И сегодня мы вам покажем, насколько они крутые, да, Жека? Да, мы еще посмотрим, у кого они круче. На самом деле мы строим первый раз, поэтому мы на это... Главное, мы потом будем оценивать. То есть я скажу, понравилось ли мне или нет, да? Да, мне кажется, тебя стошнит, поэтому ты... Ну хорошо, вообще, ребята, хорошо. Если у вас эпилепсия, лучше выключайте нормально. Это жесть. Садись. Давай, хорошо. Ты готов отправиться в путь? Подожди, ты только за мной потом отправляйся, сразу же за мной. Я сам не хочу кататься. Конечно, как же я без тебя-то? Ну давай. В добрый... Да ты подожди. Ну хорошо, хорошо. Давай, ты за мной, давай. Я за тобой. Так, поехали. Ты должен выступать более... Да, подожди, я пока не поймаю, то ли я вверх головой, вниз головой... Да, ты вниз головой. А что такая маленькая скорость пока? А ща будет, ай-яй-яй-яй! Я вижу, разгоняюсь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас на самом деле вообще реально не... Чё за хрень происходит, я вообще ничего не понимаю. Так, я вижу криперов или что это, я забираюсь на криперов? Да. Криперы, так, подожди. Ой! Так, горы. Лес, идем по грибочке. Грибы. Ничего не нашел, поехали дальше. Грибов нету. Так. Это очень сложно комментировать. Едем, забираемся на дерево. Каштаны будем искать. Каштанов не нашли. Не нашли каштаны, едем дальше. Орехи. Ты меня догоняешь, паскуда! Да, я за тобой, я прямо. Так, поехали. Главное, меня не пригоняй. Не надо меня пригонять. Так. Дерево, воду покупал. Нахлебался водички. Поехали дальше. Пираты, бутылка рома. Так, дальше поехали. На гору забираемся. Сейчас будет просто эпик. Ой, я прям уже чувствую, у меня сердце вот так. Ты готов к эпику? Готов? Поехали! Где я? Так, хорошо, подожди. О, у меня просто вот такие мысли в голове, понимаешь? Опа-жопа. Дратлича. Ну-ка! В принципе, нормально. Мне даже понравилось. На самом деле. Мы еще не сказали нашим подписчикам, что у нас будет небольшой челлендж. После того, как мы проедем с тобой эти дороги, что у нас будет? А у нас будут те же дороги, но только с шейдерами. Самыми наркоманскими шейдерами. Ты включи их. Я включу. Оп! Я боюсь с такими шейдерами ездить, меня точно вырвет. Ну хорошо, я предлагаю пойти ко мне и посмотреть, какие у меня американские горки. Пошли. Эдисон, я не готов. Сейчас твоя очередь. Да, ребята, вы понимаете, я первый раз вижу горки Эдисона, а Эдисон первый раз... Да, все, поехали, заткнись.
Я поехал, я за тобой, за тобой. Мёртвая петля, какая нафиг мёртвая петля? Жека, там дальше вообще будет жопа. Хорошо, поехали. Мы на гору забираемся, Я вижу. Что-то мне сейчас, кажется, будет жестко. Самолет какой-то или это вертолет, я так и не определился, что это такое. Я даже не понимаю, где я, но я заберу. Так, сейчас будет такой спуск крутой, такой спуск, давай, чекаешь? Мама дорогая, помогите мне! Мой вестибулярный аппарат! Опять мертвая петля, мертвая, так. По пещерам. Пещеры, какие-то долгие длинные пещеры, покупали. Так, дальше. Так. Опять дорога в рай, да? Да, это мне, прям. Мне не нравятся эти подъемы, сейчас опять меня. Ой. Так, едем. Подъемы. До свидания. Полетел. Так, я тоже полетел. Ой, тут что-то нереальное. Так. На самом деле меня удивляет, что карта вроде бы не такая большая, и мы с тобой ни разу не пересеклись даже. Во-во. Так, смотри. Ты главное, вид, природу заценивай. Ой, у меня не успевает прогружаться, это быстро, это офигенно. Я просто еду так, в воздухе. Так, едем. Вот сейчас так, плоский мир. Сейчас такой закат убрал, ну это пипец. Да пофиг. Сейчас плоский мир. Я удивляюсь, как Майнкрафт вообще успевает прогружаться, понимаешь? Насколько быстро мы едем с тобой. Да, это же... Опять спуск! Кстати, мне кажется, многие будут задавать вопрос в комментариях, что это такое за мод. Мы ссылочку оставим, когда 15 лайков. Да, 15 тысяч лайков на двух видосах мы оставляем 100%. Так, Жека, да. Жека, сейчас у нас будет подъем в смертельную башню. Смертельная башня, я ее так назвал. Это такой расслабончик, знаете, по-моему. Да, это... Да, ты можешь посидеть, все на изи, типа расслабиться, такой... Мать, я чуть не грохнулся с этого сраного кресла. Хотел расслабиться, понимаешь? Я представляю это с шейдерами сейчас. Мне кажется, что вот это реально будет жестко. Потому что так. Пока это все вот. Да, пока все изи. Ты уже на башню? Ты забрался уже на башню, не? Нет, я еще до сих пор забираюсь. Это расслабончик твой, знаешь, высоко в горах. Забираемся. Я еще до сих пор еду. Я тоже до сих пор еду, тебя даже не вижу, ты, видимо, там маленько отстал. Да, немного отстал. Ну, я уже почти доехал. Ой, и прям башня! Я тебя уже вижу! Так. У меня настолько все быстро, что тебя не вижу. Ой, мы приехали, да? Полиция! Полиция секса! Так. Слушай, ну это было эпично, это реально было эпично, мне очень сильно понравилось. Я предлагаю, мне прям не терпится пойти с шейдерами, попробую эту хренотень. Хорошо, поехали. Давай. Если меня стошнит, ты будешь виноват. Нет. Стошнит-то на твой компьютер, мне как бы без разницы. Жека, я боюсь, я не хочу с этими шейдерами никуда отправляться. Я приготовился, если что, я буду блевать. Ты не переживай. Так, я держу все в себе. Давай, поехали. Давай, держи в себе. Поехали. Я прямо-таки за тобой. Так, ну подожди, ну пока вроде. Пока вроде ничего не отличается, да. Пока все так же, как и было. Ну на самом деле какая-то и так наркомания ненормальная, но. Чё-то я не хочу. Чё-то я вообще. Включи F5, мне кажется, там ты так лучше ехать хотел. Ааа, чё это за хренотень? Так, подожди. Что происходит, мать твою? Что всё поднимается? Куда? Где? Поехали! Я реально не понимаю, чё. Всё мига, это реально какая-то такая наркомания. А у тебя какие вообще шейдеры? Да куда? У меня Animal вот это. Ой, вот подожди, у меня что-то поднимается, опускается, ни хрена непонятно. Это жесть. Деревья вырастают, у меня прям на глазах, понимают. Когда в воздухе, я еще понимаю, ладно. Но когда мы приближаемся к каким-то объектам, это какая-то жесть. Ой, какая круглая хренотень непонятная. Что происходит, боже мой? Ребят, у вас там все нормально с психой до сих пор. Мне кажется, то, что уже многие тронулись на самом деле. Я бы хотел на самом деле на таких горках прокатиться в реальной жизни. Так, ну... Блин, мы... F5, ты смотри, у нас круг такой под нами, как сфера такая. Ой, сейчас забираемся на самую верхушку. Офигенно, ура, едем. Я вообще ни хрена не понимаю, потому что когда возле меня с одной и с другой стороны, знаешь, как будто биомы вырастают, я вообще не понимаю, что это такое. Если честно, тоже, я честно. Опять в лес. Ой.
Проехали. Выпусти. Аккуратно, не надо, не надо, не надо, не надо там блевать. Если что, к тебе в комнату побегу. Не, ко мне точно не надо, ко мне точно не надо. Хорошо, поехали ко мне, давай, поехали, поехали. Подожди, мы поставили другие шейдеры. Мы другие, ребят, посмотрите туда. Нас недостаточно блевануло. В окошко посмотрите, что там творится, я сам не понимаю. Хорошо, я уже прям возбужден этими горками, давай. Поехали, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, иди, пожалуйста, не. Чё? Так, подожди, я... Подожди. Я не знаю, как это комментировать, честно. Это... Какой номер психушки? Подожди, сейчас надо позвонить. Я сразу две кареты закажу, но я одну тебе, одну мне. Так, хорошо. Это пока... Ой, а чё там наверху какие-то волны, смотри. Я сам... Ой-ой-ой, чё это такое? Чё это за хрень была сейчас? Это жесть, так нельзя. Пещеры. Пещеры еще более-менее адекватные. Это уже нет, это уже просто такое глаза, не важно, все хорошо. Кстати, дорога тоже вся изветвляется? Да, дорога тоже, ну, так, подожди. Башня вообще прикольная, башня вообще круто, плющит. Так. Это башня. Ай, я куда? Так, подожди, деревья, прикольные деревья. Так. Мне интересно, что будет с башней, когда она будет танцевать так. Да, подожди, мне интересно даже будет, что сейчас в плоском мире будет и что с башней будет. В плоском мире просто волны, понимаешь? Да, ребят, все нормально, ничего не меняет, ничего не меняется, все стабильно, все как, ну, да, мы едем. Да, хорошо. Вот сейчас будет самый эпик, сейчас будет башня. Я надеюсь, что она будет прям танцевать, реально. Так, мы подъезжаем, Жека, мы подъезжаем. Давай, почти. Когда будем спускаться с башни, мне кажется, вообще будет дичь. А, кстати, да, там... О, ёханы бабай. Так, подожди. О, башня. Башня танцует, теперь башня такая... Ага. Малышка, танцуй! Мне больше прикольно облака смотреть, как они там туда-сюда. А все облака вообще отключил, потому что они как-то слишком пиликали. Пиликали? Они меня тоже пиликают. Так. Ну башня нормальная, она прям такая танцует. Да, башня нормальная. Ты наверх посмотри наверх. Я вот наверх смотрю. Малышка, танцуй. Так, хорошо. Мы поднимаемся. Мне интересно, что будет внутри башни. Внутри башни будет жопа, мне кажется. Жопа? Тогда, может, развернемся и не поедем туда? Давай, раздвигай свои ворота. Так, уже поздно раз. Так, Жека, ты готов? Давай! Ой, куда че-то? Куда? Охренеть! Так, сейчас, финал. Какой-то финал не по... Мне не понравились аттракционы, честно, мне плохо. На самом деле это так, можно просто... Я предлагаю... Да твое-то мать, сраное кресло! Так, я предлагаю прямо тут закончить на таком, знаешь, танцующем фоне, давай. Да. Саня, давай, биомы, давай, танцуйте. Да, нет! Эва! Ой, что я могу предложить? Я могу предложить поставить лайки всем вам, ребята, и на мой видос, и на Жеки, на два видоса. И как мы уже сказали, как только мы наберем по 15 тысяч лайков, то мы в первую очередь в описании оставим ссылку на этот мод. А во вторую очередь что? Что во вторую очередь? Меня стошнит вон во вторую очередь. Еще, дальше прокручивай, дальше. Все, у меня уже других мыслей нет. Лайки, понимаешь? Лайки, это прежде всего, как бы так все знают. Да, и кстати, если вам понравилась эта рубрика, то пишите в комментарии, какие еще аттракционы мы можем построить. Я не знаю, даже. Да, а мне кажется, еще нужно. Мы сейчас пойдем сфоткаемся, садимся на Инстаграм, как на плюс. А вы заходите, смотрите, да. Да. Это, конечно, круто. В описании, естественно. До свидания.